На бульваре Мартынова разрисовали граффити, книжные полки с произведениями омских авторов. Первыми об этом сообщили горожане в социальных сетях. Экспозицию в центре города не пытались преобразить стрит-артом. Хулиганы просто испортили изображение странными надписями. Полиции уже известно об инциденте. Мы так же, как и другие мечи сети интернет, сегодня увидели сообщение о произошедшем и зарегистрировали материал проверки в отделе полиции номер 9. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах. А других сообщений в полицию пока не поступало. 29 мая мэр Омска Сергей Шелест принял меры из-за участившихся случаев вандализма. Центральные улицы города патрулируют добровольцы из народных дружин и полицейские. Особый контроль на Ленина, Бударина и Щербанева. Список теперь, видимо, пополнит и бульвар Мартынова. Напомним, в мае неизвестные разгромили скамейки и сломали саженцы в скейт-парке. Ремонт и дополнительное озеленение провели оперативно. Однако в социальных сетях поднялась волна общественного недовольства. Горожане ратуют за сохранение объектов благоустройства и просят привлекать виновных к ответственности.